Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу предложить вам вот такой нежный ажурный топ с рукавами реглан. Буду делать по нему мастер-класс. Мы свяжем с вами узор и будем составлять описание. Определим с вами вначале плотность. То есть вначале мы свяжем узор, затем сделаем влажную тепловую обработку, затем рассчитаем плотность и затем будем составлять описание на 4 размера. С 42 по 52, девочки, по 52 размер. Я считаю, что данная модель заслуживает внимания, потому что она очень изящная, очень нежная, очень романтичная. Узор вяжется довольно легко, всего 10 рядов в высоту. Я думаю, что она тоже также удивит и восхитит многих поклонниц вязания. Итак, выбор пряжи и спиц. Как обычно, начинаем. Все, кто со мной, остаемся на канале и смотрим мастер-класс. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этой ажурной кофточки я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. 100 грамм, 330 метров. Турецкая пряжа. Цвет у нас будет использоваться вот такой. 518. Так, и значит, состав у нее полухлопок. 55% хлопок и 45% акрил. Очень хорошая ниточка, как видите, да? Такая она немножечко с каким-то отливом. Шелковистым за счет акрила, да, хорошо вязать из нее, она мягенькая такая, хорошие скруточки, видите. Спицы будем использовать 3,5, и так выглядит наш узор. Здесь 3 раппорта в высоту связано и 3 раппорта в ширину получается. Вот такой вот образец у нас получается. Вяжется всего 10 рядов раппорт, то есть очень-очень легенький узорчик, в принципе. Ну, конечно, нужно контролировать вот эти все ажурные, вывязывать элементы. Но не столь сложные, то есть не заоблачной сложности схема. Среднего уровня сложности. Итак, давайте посмотрим эту схему. Схема узора выглядит вот таким у нас образом с вами. 12 петель ширина раппорта. И, как вы видите, 10 рядов, как я говорила, в высоту. Условные обозначения здесь все есть. Делайте скрин, девочки. Очень хорошая, четкая схема. Думаю, вопросов у вас лишних никаких не будет. Все и так понятно, да? Давайте посмотрим теперь выкройку. Выкройка у нас вот таким образом выглядит. Увеличиваю я ее. Так, у меня будет здесь еще дополнительная мерочка стоять. То есть, смотрите, размерчик мы будем сегодня с вами составлять описание. 42 будет размер, 46 и 50-52. Промежуточный размер 46-48 тоже возможен вариант, но мы его не рассматриваем, поскольку там не вписывается в четкое такое красивое раппорт узора, да, в четкое понимание. То есть он там, получается, не подходит попетельно. Возможно, у вас будет другая пряжа, другие спицы, и у вас все получится. Поэтому на примере нашего сегодняшнего мастер-класса, наших расчетов, вы, я думаю, без труда сделаете перерасчет под себя. Так что здесь нет никаких проблем. Так, с этим все тоже понятно. Более детально описание будет у нас с вами выложено под видео, как обычно. И все мои расчеты
будут сегодня выполняться подробнейшим образом на ваших глазах после того, как мы свяжем образец и рассчитаем плотность. То есть это вторая половина видео. Смотрите внимательно, кому это важно. И вот такое описание я обычно составляю. Его вы увидите под видео. Смотрите, размеры, как я уже сказала, 42, 46, 50, 52 мы будем сегодня разбирать. Откуда берутся вот эти петельки, да, как распределяют узор. В общем, почему именно так мы считаем скос реглана, как его посчитать. То есть, как петель, сколько набрать на рукавчик, где чего и как, где узор, где платочная вязка, как потом собрать, как оформить планку горловины. То есть все это здесь есть. И еще я вам подробно это все буду рассказывать на ваших глазах, считать на машинке. Все эти петельки мы будем с вами обосновывать. Итак, значит, приступаем к вязанию узора. И сейчас я еще не сказала про общий расход пряжи. Общий расход пряжи будет у нас от 250 грамм, я так думаю, на 42 размер совсем немного. Тем более она такая, знаете, коротенькая. Все зависит от длины, которую вы будете применять. Думаю, до где-то 350-400 грамм. Вот так пойдет. Значит, на данный топ все зависит опять-таки от длины вашего изделия и от вашего размера. Так. Спицы используем 3,5, я об этом всегда указываю, когда показываю вам пряжу. Наглядно узор показываю, демонстрирую. В самом начале видео идет. Все, приступаем к вязанию. Итак, мы будем сегодня вязать по схеме. Раппорт узора 12 петель. Схема такова, что, смотрите внимательно, 6 петель у нас будет. То есть здесь 2 раппорта на схеме. И один из раппортов у нас поделен пополам для симметрии. 6 петель идут в начале. И крайние, последние будут у нас крайние петли, еще 7. Это вторая часть, получается, раппорта. Мы будем... Лично я набрала для образца, чтобы потренироваться и правильно определить плотность, целых 3 раппорта. То есть это 36 петель, по 12 петель 3 раза, да? Плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. 39 петель. Если хотите, чтобы у вас поменьше участвовало петель, сделайте 2 раппорта. Вяжем первый ряд. Я буду показывать, девочки, 1 раппорт. Итак, мы с вами вяжем первый раппорт. Вернее, начало первого раппорта. Это 6 петель перед раппортом, да? 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки меняю местами. Я бабушкина петельки вяжу. Мне так удобно. И вяжу 2 вместе лицевой. Затем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. Вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Смотрите, я первую и вторую петельки меняю местами, так чтобы у меня вторая оказалась поверх первой. И вяжу 3 вместе лицевой. Затем опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. На этом раппорт заканчивается. Второй раппорт идет. Также начинаем сначала. Лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, второй раппорт связали. За раппортом у нас вяжется 7 петель, те, которые для симметрии. Лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, влево, влево, девочки. Кромочную вяжем изнаночной. Все. Все четные изнаночные ряды вяжем изнаночными петлями, в том числе накиды. У нас с вами третий ряд вяжем. 6 петель
Перед рапортом у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид лицевая. Начинаем вязать рапорт узора. 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, опять 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая. Раппорт связали. Повторяем точно такой же раппорт. И 7 петель вяжем за раппортом уже, крайние. 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная и изнаночная. Связали. 4 ряд, все петли изнаночные. 5 ряд и вяжем 6 петель у нас перед раппортом идут. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Связали. Начинаем вязать раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые, вторые петельки меняем местами, вяжем 3 вместе лицевой. Далее вяжем 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Все, связали раппорт. Второй раппорт вяжем самостоятельно точно так же. 7 петель за раппортом у нас идет. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Связали. И далее 6 ряд, изнаночные петли все. 7 у нас с вами ряд. И мы вяжем 6 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. Вяжем раппорт узора. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. Вяжем второй раппорт самостоятельно. 7 петель у нас с вами за раппортом идут. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. 8 ряд, все петли изнаночные вяжем. У нас с вами 9 ряд вяжем, 6 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Вяжем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Связали раппорт узора. Точно такой же раппорт повторяем. У нас остается 7 петель за раппортом. Начинаем вязать 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Все. 10 ряд, все петельки изнаночные. На этом раппорт наш заканчивается. Повтор идет с первого ряда. И вот так уже наш узор с вами виден, да? Очень хорошо виден. Давайте сделаем влажную тепловую обработку образца. Померяем плотность узора.
Итак, делаем с вами влажно-тепловую обработку образца горячим паром. Я вот так воздействую на него, девочки. Вытягиваем мы в разные стороны. Тянем, потянем наш образец. Так. Сейчас мы должны с вами обратить внимание на крайние вот эти вот петельки. Они у нас участие принимают, поэтому мы не должны закругляться. В расчете будут принимать участие. Отпариваем мы наши кромочные тоже. Аккуратненько. Так. То есть мы заметили, да? Потянули как в длину, так в ширину. И вот в таком положении уже растянутом, хорошем таком, даем нашему образцу окончательно высохнуть, прийти в себя. И вот после этого мы будем считать с вами плотность. Делаем измерение. Измеряем ширину в начале нашего образца. Прикладываем линейку, смотрим. 18, так. Смотрим. Ну, тут, в принципе, 19. Так, еще разочек. Поаккуратнее. Так. 19 сантиметров. Мы набирали 39 петель, да? 39 делим на 19 сантиметров, получаем ровно 2. Получаем плотность в 1 сантиметре 2 петли. Теперь в длину померяем. Итак, у нас волнистый край, поэтому мы будем следующим образом делать. Смотрите, значит, самую широкую часть я измеряю, да? У меня получается 14 сантиметров. И впадину нашу сейчас померяем 13 сантиметров. Ну, то есть берем 13,5, девочки. 13,5 у нас середина. 13,5 сантиметров. У меня связано 3 раппорта. 3. По 10 петель. То есть 30 рядов. По 10 рядов, то есть. 30 рядов поделим на 13,5 сантиметров. Получаем 2,2 плотность. Запишем, что в 1 сантиметре 2,2 ряда. Вот эти две цифры сейчас нам понадобятся в расчетах. Сейчас берем выкройку и по выкройке составляем описание. Итак, у нас с вами выкройка вот такая будет сегодня. Выкройка у нас с рукавчиком регла. Ажурной вязкой мы будем вязать перед и спинку. Одинаково абсолютно, как видите, да? Ничем не отличается. А рукавчик у нас будет платочная вязка вязаться. Ну, давайте сразу же здесь будем разбираться. Так. И смотреть, что у нас тут будет с вами получаться. Значит, составлять я буду описание на следующие размеры. Значит, как у меня получилось красиво расположить наш с вами ажурный узор 12 петель раппорт. Здесь не так все легко оказалось. Значит, получается, 42 размер будет у нас идеально входить в узор. Затем с шириной спинки 44 сантиметра. Второй размерчик на 46 у меня получилось 50 сантиметров ширина спинки и переда, да? То есть решайте для себя, девочки, в принципе, сюда можно отнести и 44, и 48. То есть зависит от того, сколько вы хотите, чтобы у вас выглядела, ну, ширина вашего топа, да? То есть если вы хотите широко, чтобы, ну, было свободно, то, ну, в общем, исходите сами. Вот у меня 50 сантиметров. Решайте сами, подходит вам такая ширина или нет. Третий размер у нас на 50-52, 56 сантиметров топ. Вот здесь будет. Так, ну и сразу же попетельно. Давайте. Для этого мы нашу ширину умножаем на количество петель в сантиметре. Плотность называется по горизонтали. Две петли у нас. То есть, вот смотрите, первый размер 44 умножить на 2. Да? Это 88 петель у нас получается по нашим расчетам. И сразу я вам скажу, что надо сделать 87 петель. Почему 87?
Объясняю. Делим вот это число, которое у нас с вами получилось по расчетам, на число петель в раппорте. 12. Получаем 7 целых раппортов, девочки. 7 умножить на 12, это 84 петли. Одна петля идет для симметрии. И 2 кромочные. Получаем вот 87 петель. Более точно получаем, да? Далее у нас идет 50 сантиметров, умножаем также на плотность 2, получаем 100 петель. Сразу скажу, не 100 петель, а будет тоже 99. Объясняю, 100 поделить на 12, получается 8 целых раппортов. 8 умножаем на 12, 96, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. 99 петель, более точные. И третий размер у нас с вами 56 сантиметров. Умножаем на 2. 112 петель, та же история. Надо, чтобы было 111. Объясняю. 112 поделим на 12, число петель в раппорте. Получаем 9 раппортов. 9 умножаем на 12. Это 108. Одна петля для симметрии прибавляется. Плюс 2 кромочные. 111 петель. То, что, о чем я вам сейчас говорила. Все. Так. Теперь, что касается, далее идем, смотрим. Здесь нам сейчас надо регланную сформировать, скос регланный, да, и для этого мы, как я уже учила вас много раз во всех своих мастер-классах, мы воспользуемся нашей вертикальной плотностью и нашу высоту скоса. У нас здесь, вот смотрите, на маленький размер 12, на второй размер 14,5 получилось, на третий 16 сантиметров. И все это дело мы переводим в ряды. Плотность у нас с вами узора по вертикали составила в одном сантиметре 2,2 ряда. То есть все эти величины в сантиметрах, высоту эту, умножаем на 2,2. Первый размер 12 умножаем на плотность 2,2, 26 рядов получаем. Второй размер стоит 14,5. Умножаем на 2,2 плотность, это будет 32 ряда. И третий размер 16 сантиметров на плотность 2,2. Ну, сразу говорю, должно быть четное число 36 рядов. Так, и далее. Смотрите, сколько по скосу петель нам надо будет с вами убавить. Сразу говорю, вот все, что у нас вот в таком горизонтальном положении, все циферки стоят на выкройке, переводятся в петли. То есть, смотрите, вот стоит размер у нас вот этого регланного скоса, ширина его, это 8, второй размер 9,5 сантиметров, и третий я сама подписала 10,5. 8 умножаем устно на 2, получаем 16 петель, 9,5 умножаем на 2, 19 петель, 10,5 умножаем на 2, 21 петля получается. То есть столько петель нам надо с вами убавить по высоте 26, 32 и 36. То есть, смотрите, простые арифметические действия. Сейчас я вам скажу, как мы будем это делать, эти убавки. Чтобы нам красиво с вами расположить регланные вот эти убавки, я предлагаю изначально в первом ряду убавить 3 петли сразу. Прям вот 3 петли убавили, и далее пошли убавочки у нас с вами на высоту, вот которую я здесь написала. Мы посчитали. Так, и получается, если мы из 16 отнимаем 3 петли, то остается 13 петель. Я к чему это подвожу, да? Понимаете, в каждом втором ряду, чтобы была убавка, в каждом втором ряду так красиво смотрится, да? Здесь мы из 19 отнимем 3. Это будет 16 петель, да? 16 петель, 32 делим на 16, тоже в каждом втором ряду, согласны со мной? Ну и здесь получается, значит, из 21 отнять 3, это будет 19 петель, да? Нет, 18 петель. И 36 поделить на 18, тоже 2 ряда. Видите, идеально вписались. С вами красивая будет регланная вот здесь убавочка, четкая. Так, и то, что остается у нас здесь попетельно, мы вычитаем. Давайте с вами вычтем
Значит, из общего количества петель вычитается 2 по 16, по 19, по 21 петлю, да? Ну, то есть это количество легко вычислить. Я в описании это посчитала, не будем захламлять наше видео. В описании эти цифры есть. То, что осталось, закрыли, значит, на высоте. Вот опять вертикальная плотность идет. Смотрите, любой, как я сказала, вертикальный величину, вертикальный размер переводим в ряды. Вот, например, до регланного скоса у нас идут, стоят мерки 32 на 2 первых размера, 36 на последний размер я сделала, да? То есть, ой, вру, там, по-моему, я по-другому как-то, 32, 36 и 38, вот. И здесь будет 38, сейчас я вам на примере покажу, 38 умножить на плотность 2,2 по вертикали, это будет 84 ряда. Вот такая будет у нас с вами песня. То есть на разные размеры здесь разная высота, ну, соответственно, да, габариты тут другие. Общая высота изделия также у нас здесь тоже с вами уже показана. Так, 56, это я, конечно, погорячилась, да. Сколько у нас тут? 16 и 38. Сейчас 16 плюс 38, получаем 54 сантиметра, девочки. То есть вот эти все мерочки наши, вот эти все мерочки мы переводим с вами в ряды и вяжем согласно не сантиметрам, а рядам. То есть 44 сантиметра. Сколько это будет в рядах? 44 я умножу на плотность 2,2 и получу в рядах 96 рядов. И так каждую мерочку здесь тоже надо в ряды перевести. Ряды очень легко отрегулировать с помощью раппортов. Смотрите, считать раппортами удобнее. 10 рядов у нас в каждом раппорте. То есть мы знаем 96 рядов, делим на 10, получаем 9 целых раппортов и еще 6 рядов. Видите, как легко перевести в раппорты и считать именно раппортами, да, чем рядочки там подсчитывать, сидеть. Так, теперь давайте на рукав перейдем. Здесь тоже своя регланная получается линия, регланный скос у нас. Значит, я уже посчитала любой вертикальный, как я сказала, размер мы переводим в петли. Я уже перевела, у меня получилось на первый размер, смотрите, ширина рукава по низу идет 34 сантиметра, если по плотности перевести, это будет 68 петель. 19, второй размер, 76 петель. И третий размер, 20, так, это половинчатый размер, то есть 42 и 38, да, сантиметров. И все это переводим в петли, умножаем на 2. Здесь то же самое, девочки. Регланный скос у нас тоже, значит, считаем сразу с вами, сколько у нас поверху идет петель. Вот стоят мерки 9, 9,5, да, и 10,5. Так, и что у нас получается? Здесь получается 36 петель. Также на плотность я умножаю 9. Это половинчатый размер, сами понимаете, здесь штрих-пунктирная линия. То есть это 18 сантиметров. Умножить на плотность 2, получаем 36 петель, да? Здесь у нас тоже умножаем, получаем 38 петель, и здесь тоже умножаем 42 петли. Теперь из большего числа 68 отнять 36, считаем первый размер. То есть по низу рукава 68, поверху остается 36. Всего надо нам убавить 32 петли. У нас 2 скоса, делим на 2, 16 петель, да? Будем убавочки делать. Дальше что делаем? Следующий размер считаем 38 по верху и по низу 76. 76 отнимаем 38, получаем 38 петель. Всего надо будет убавить, делим на 2 скоса. Каждая убавка составит 19 петель в каждый скос. Да? И третий размер у меня получился 21 петля. Ну, то есть это просто то же самое, что мы вот здесь с вами убавляли. Они друг друга стоят, да, то есть этот реглан, потом здесь будет шов регланный, вот и все. То есть такое же количество петель мы должны с вами убавить, как здесь убавляли по регланной линии, да. И получается тоже в каждом втором ряду. Здесь стоят мерки на выкройке, высота скоса. Вот, и получается 30 рядов,
38 рядов и 42 ряда. Делим, то есть, мы с вами нашу высоту скоса в рядах на количество петель, которые надо убавить, и получаем 2 везде, 2. Здесь 38 на 19 делим, а здесь 42 на 21 петлю, и везде получаем 2. Высота здесь, видите, стоит на первые два размера, а третий мы сами подписываем 19,5. У меня получилась высота в сантиметрах на 50-52 размер, и 19,5 умножить на 2,2 плотность, это 42 ряда. Вот таким образом мы с вами все это в описании я напишу. Но вы поняли, откуда берутся вот эти вот регланные скосы, да? Все, все, мои хорошие. Собственно, я вам все и рассказала. Описание под видео смотрите внимательно. Там все расписано, все подробности указаны, все по пунктам разложено. Все, последовательность действий ваших полностью описана. Итак, мои хорошие, я желаю вам удачи. Этот топ очень красивый, интересный. Я думаю, что он понравится большинству из вас, мои подписчицы и гости канала. И вы захотите, загоритесь желанием связать такую красоту для себя на лето. Сами вы видели, узор вяжется довольно просто, но всего 10 рядков. Да? И он очень интересный такой, знаете, незаезженный, я бы так сказала. Цвет пряжи вы, конечно, можете выбрать любой, какой вам импонирует. Я желаю вам удачи, до новых встреч!